25 апреля – Радоница, день поминовения усопших. Девятый день после пасхального воскресения в этом году, 25 апреля, называется Радоницей. Название происходит от слова «радость». День Радоницы становится продолжением пасхальной радости, хотя именно в этот день возобновляется поминовение усопших. Почему же день поминовения усопших назван радостным, если об ушедших в мир иной принято скорбеть? Празднуя воскресение Христово, мы празднуем победу Господа над смертью и верим, что все умершие воскреснут, как и сам Господь воскрес. По традиции Русской Церкви в день Радоницы в храмах совершаются заупокойные панихиды, особые службы по усопшим. Также в этот день принято посещать кладбище. Кладбище – это священное место. Не случайно в христианской традиции на могилах умерших ставят кресты, а на самих кладбищах часто есть храмы. Кладбище требует от человека благоговения, ведь, как и храм, кладбище – это место молитвы. Прежде всего, придя на кладбище, верующему человеку следует зайти в кладбищенский храм, если он есть, и помолиться об умерших родственниках в храме. Затем на могилах усопших родных также прочитать заупокойные молитвы. Ни в коем случае на кладбище не следует употреблять алкоголь. Поминовение – это прежде всего молитва об умершем и милостыня в его память.